О, хорошие, да? Красивые. Зубы скалит. Видишь, какие у него бивни. Ну, не подходи, укушу. Копал, посмотрел, что взгляд бросил. А тут вот такие вот опятки вылезли. Прямо отборные. Да ядреные, приядреные. Жирные просто. Я их пока трогать не буду. Фух. Меня тут другое волнует. Я тут сигнальчик хороший попался. Сейчас посмотрим, что там есть. Где-то там, под землей, кто-то пищит на меня. Какой-то кусок железа просится наружу. Сейчас мы ему поможем из этого плена выбраться. Ух, ребята, вот такая здесь бабалаха появилась. Крутится, падла, свободно. Но она тяжелая. Ё-моё. Палец чуть не прижал. Ну, килограмм. Много. Килограмм 5. Как не больше. 5-7 где-то, не меньше. Ну, 5-то навряд ли больше, наверное. Ну, что я её даже перевернуть. Трудно мне её. Вот такая вот. Ну и тут по мелочам у меня вот такие вот хорошие ковалочки. Это сантиметра 3. И так сантиметров 30. О, цилиндр с барина откопал с какого-то. И заложил его всякой бякой. Тут костыли, проволоки всякие. Там тоже тяжеленькие они все. Нормально. Вот хорошая железяка. Все цельнометаллическая. Какая-то лапа была. Или не знаю, что это такое. Но это, походу, чугуняка. Но все равно нормально. Вот здесь все вместе вот 100 килограмм 30. Фух. Ну, пойду дальше смотреть. Копаюсь, сижу. Смотрю, что-то мелькнуло. Думаю, что такое? А вон он, черт, черный. С дерева спускается. Пойду поздороваюсь. Здорово, охотник. Как твои дела? Ты чей такой красивый? Ну-ка иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда, не ори только. Иди скорей. Котяу. Котика. Ну хватит там корябать. Иди меня сюда. КСУ. Кысуля. Котяра, ты девка или парнишка? Ну и что там завис? А? Ох ты, около меня. Резвится, бегает. Ну все, пошел он нафиг. Некогда мне с ним. Подкрался сзади. Котёв, кис-кис. Убег. Вернее, я его спугнул чуть-чуть. Я тут размяться пришел, а он мне мешает. Ну как мешает? Неохота было его потеребить. Вот железячку уже выкопал. Там еще что-то звенит. Буду сейчас смотреть. Вот, ребята, смотрите. Вот чтобы вот этот сигнал не услышать. Ё-моё. Пришлось вот этот баллон, эту шину не откопать, поднять ее еле кое-как.
Упарился я. Но я ее все равно сдвину сейчас. Если я ее поднял, мы отъедем. Сейчас на первой скорости, до пониженной, потихонечку, потихонечку. Я этот баллончик откачу и начну рыть здесь. Здесь мне надо прям кровь из носу. Посмотреть, что там внизу. Ну ладно, успехов мне. Ну вот такую ямку пришлось выкопать здесь. Она небольшая. Грунт средний такой, сыпучий, нормальный. Но, так, колесо вот оно. Я его откатил чуть-чуть. И что вы думаете, тут нарыл? Орало, как это, как правдишное все. А накопал я всего вот что здесь. Одна проволока, шестерка. Вот эти бягушки загнутые, они орут как сумасшедшие. А когда они еще в паре там, в куче вот так вот лежат, такие звуки издают, прямо аж труба дела. Думаешь, ну все, сейчас там слитки какие-то будут металлические. Оказывается, вот и все. Вот сколько времени у меня ушло, я черт знает, ну, часа полтора, наверное. Потихоньку, не спеша. Достаю. Так, пошел я дальше. Китаец мой, труженик. Что нашел-то? Вот с этой ямки. Цепочку. Не золотая. Ну, цепочка. Звено в среднем где-то полкилограмма одно. Ну, я так думаю, не взвешивал. Она тяжелая. 21 звено. Вроде как. Ладно, пойдем дальше. На грибы напал. Вот такие вот лопухи. Что за грибы? Тоже рядовка какая-то. А, съедобная прям. Прямо сам бы ел. Ну не знаю, что затролливали. Это не рядовка тополевая, но рядовка какая-то. Вот такие прям здоровенные. Ох, какие лопушки. О, хорошие, да? Красивые. Зубы скалят. Видишь, какие у него бивни. Ну не подходи, укушу. И вот они заканчиваются здесь. Вот такая грядочка. Итак, я поменял лопату и поменял место прописки. По той горе, где облепихи много, почти нифига нету. Переехали на другую гору, и вот что сразу всплеснулось мне. Я не знаю, что это. Кузов, по-моему, борт. Похоже на борт. И еще похоже на шахтовую какую-то. Как-то они ее называют. Бякушка такая. Ну, не знаю. Сейчас вытащим, посмотрим. Я здесь уже колупаюсь минут 40. Грунт убитый, конченый. Так что это не песочечек. Вытащу, покажу. Вот такая вот жестина пропикала. Рядом с ней пробка была. Вот такие раньше были пробочки. Стеклянные. Я просто бутыль большой, наверное, был. Бух. Туда бурдомицин заткнули. И все дела. Вон у нас пятно какое осталось после того, что мы вчера выкопали. Два каких-то этих шахтовых. Но зато сегодня я так и не показал. Забыл, черт побери. А тут вот еще от. О, вспомнил. Риштаг называется он. Типа 1,40 м, а этот 2,50 м. Я его сейчас распилю напополам. Или на три части лучше. Как мазь пойдет, так и разбабахаю. Я начинаю пилить.